Популярность пошла, да, оттуда. Вообще популярность – это такая сомнительная вещь. Все спрашивают популярность. Как-то все спрашивают эти замечательные эти папарацци нынешние. Не дай, популярно, мешает ли вам популярность? Знаете, какая популярность? Альберт Сорди когда-то ответил, что меня дико мешало, когда ее не было. Но вот пик моей популярности, конечно, вот я не, это было года три назад, я был на эхе Москвы, значит, меня пытала, значит, левая искусствоведка, и в этих душных бункерах свободы у них там, значит, с безумным Бенедиктовым, вот там, значит, пытались понять, не до конца ли я скурвился. И я выкручивался как мог, долго спустился, а у них там один этаж, все, туалета нет, чувствую. А там вот этой перемычки, Мишка, какой-то переулочек от Старого Арбата до Нового Маленького, наверх. Ну, переулочек вот этот. Знаешь, прямо. И там на углу в подвальчике МЖ маленький такой совершенно... Три ступенечки, потом такой постамент, и вот здесь один мужской, значит, туалет. И вот на этом пьедестальчике в кресле вольтеровском, абсолютно такой, очевидно, свой, со Старого Арбата, она, очевидно, приволокла, какая-то сидит дама, вот, и у нее эти вот трамвайные билеты, и она, значит, обслуживает. Я нырнул, значит, выхожу, вынимаю 10 рублей, она говорит, что вы, для нас это такая честь. Вот. Выше этого ничего не было. Были в Мадриде? Сейчас это как сладкое воспоминание. Нет, а это не будут показывать. И мы были в Мадриде. Я, значит, пошел в туалет в Мадриде, Испания. И вдруг, с добрым утром, любимая. Я думаю, твою мать. Выхожу на международный уровень. Вообще, играет, вот. Выхожу, значит, из туалета, дверь открываю, и соседняя кабинка там открыта, женский туалет, да, и на раковине лежит телефон Маруси, в котором, значит, кто-то звонит, и там на звонке эта песня с добрым...